Анализ качества и эффективности принятия мер субъектами профилактики по предупреждению преступлений и правонарушений на территории города привел заместитель Пинского межрайонного прокурора Василий Горегляд. Прежде всего, органы внутренних дел должны осуществлять эту профилактику. Проведенным анализом установлено, что в городе Пинске наблюдается снижение общей преступности с 1270 зарегистрированных преступлений в 2015 году до 1084 преступления за 2016 год. Данная аналогичная тенденция к снижению преступности продолжается и в текущем году. Однако, несмотря на имеющиеся позитивные тенденции, по-прежнему актуальным вопросом остается профилактика правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники милиции постоянно выезжают на вызовы в бары, кафе и рестораны, где пьяная публика устраивает дебоши, которые заканчиваются не только банальным хулиганством, но и преступлениями. Кражи, причинение телесных повреждений, незаконный оборот наркотических средств и психотропов – вот наиболее типичные преступления, которые были зарегистрированы в баре «Карамболь», дискобаре «Андре», клубе, ресторане «Франт». И здесь прозвучал упрек в адрес организаторов мероприятий в этих учреждениях, которые по закону должны обеспечивать безопасность граждан. Руководством культурно-развлекательных учреждений города Пинска не всегда принимаются надлежащие своевременные меры, направленные на предупреждение преступлений и правонарушений, совершаемых культурно-развлекательных учреждениях, а также на прилегающих к ним территориях. Если привести статистику по уголовным делам, вот выборку делал, 16-й год «Франт», 2 уголовных дела и 1 уголовное дело уже этого года тяжкое преступление по «Франту». По «Карамболю» 16-й год, значит, 3 уголовных дела и уже в 17-м году 4 уголовных дела. А вот только начался. Руководители всех этих заведений отчитывались о том, какие меры принимаются по улучшению ситуации с профилактикой правонарушений. Однако, по мнению прокуратуры и горисполкома, они недостаточны. В ближайшее время для них будет организован семинар обучения и в качестве предупредительной меры на месяц ограничен режим работы до часа ночи.